Осталось 22 дня до камбэк ПВ Икс. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 дней. А сколько дней до камбэка, кстати? 9 же, да, должно было быть? 9, да. 9 дней до открытия камбэк Икс. 8 дней, 7 дней, 6 дней. Я скажу сегодня эту фразу, ребята. 5 дней до камбэк ПВ Икс. 4 дня, 3 дня, 2 дня, 1 день до открытия камбэк Икс. Вроде плюс 11. Эй, йоу! Здорово с тобой, Врумыч. Ну что, сегодня уже открытие Comeback X. Я заточил с 200 миражей себе плюс 4 на пушку. У меня тут есть шарики. Но мы пока пойдем открывать сундучки. Пойдем мы открывать сундучки еще новые. То есть, поэтому я буду прокликивать. Постараюсь прокликивать вот так вот. Они же так будут открываться, надеюсь. Вот так вот, оп. Чтобы лута как бы в два раза больше было, понимаете, да? А там, кстати, у меня инвентарь захламлен. Сейчас мне надо вот так вот, вот это перетащить. Вот небесочку сюда. И вот сюда, так как я пуху оттуда забрал. Поэтому вот такая история. Посмотрим, что у нас сегодня будет по луту. Последний, крайний день. Получим мы шарик 11 наконец-то. Пойдем тыкнем пуху. Но тыкать пуху я буду в честь открытия камбэк ПВ. То есть я ее заточу плюс 11. Естественно, вы на этом ролике увидите сразу тык на плюс 12. Но я это буду делать, то есть я записываю это за день, то есть записываю в субботу открытие сундуков и заточку. Но точить я пойду прям с утречка, проснусь завтра. Я уже знаю, куда я пойду. Я думаю, вы тоже узнаете, знаете, куда я пойду. Хотя вы увидите это в том же самом ролике. Поэтому, блин, в два раза больше сундуков. Но идеалок, в принципе, пока падают, конечно, одни идеалки. Неужели мы дождались? Неужели мы дождались этого момента открытия камбэк ПВ? Икс. Что будет, я не знаю. Я не знаю, честно, что будет. Я сейчас уже записываю. Останется еще сделать для вас один ролик, который вы уже увидели. Поэтому это сегодня уже крайний ролик на сегодня. И в принципе, если вы видите этот ролик, то значит, что я просто сейчас чилю и так далее. Но у нас, конечно, еще будет сейчас... как бы врыв не с 15 часов. Мы там еще с констой соберемся, там побалакаем. Потом с офицерами побалакаем. Потом общий сбор клана проведем. Поэтому воскресенье, это уже такой день будет, когда такое, знаете, как бы, как вам сказать, такое чил, расслабон, знаете, не будет уже. То есть воскресенье это уже полная боевая готовность, можно так сказать, последнее приготовление. Надеюсь, что хотя бы вы чилите, отдыхаете в этот момент и просто ждете врыва для того, чтобы ворваться. И а я надеюсь, что я блин успею зачилиться. Но я надеюсь, по крайней мере, я поспал нормально сегодня уже по режиму каюк. Но я думаю, самое главное, знаете что, самое главное с констой словить этот, как его, тайминги просыпания, чтобы не было, знаете, джетлага такого. Джетлага. Вон чувак смотрит мои видосики как раз и параллельно еще и в мерчате меня видит. Хотя мне отличка упала уже с 80 сундуков. Я 80 сундуков открыл. Вы чувствуете, да, что оно должно оно было, да? На последний день оно должно было упасть так. Хотя черт его знает. Ну, каменью и выпадает, но при этом я открываю 200 сундуков. А, все, вы отступаете сейчас. Мне надо перезайти, кажется. Да, так нельзя открывать. Но я перезайду, ничего страшного для вас. Вы ничего не потеряете, сейчас на монтаже быстренько. Чик-пик-пик-пурук-пук-пук. Так, я перезашел, продолжаем дальше открытие сундуков. Может быть, не так уже активно. Будем открывать их как-то помедленнее немножечко, да? Будем их просто щелкать побыстрее, а так пук-пук. Разные как раз. То есть, чтобы задания сами друг друга сменялись. Только я вижу награду, сразу беру следующий. Такой, знаете, спидран по открытию сундуков. Потому что затягивать, конечно, не хочется особо, потому что вы сами понимаете, что в принципе реально осталось вот это все сделать, зачилиться и чилиться, 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 чилиться. А потом задротить. Печать куба мне падает. Давайте, спидран. Я никогда так не хотел открыть быстро сундуки, вы не поверите. Давай ШГ уже, ну ШГ значит у нас не будет сегодня, я так понимаю. Ну в принципе, блин, я потянул несравненку. О, полный контроль ситуации, ништяк. Ништяк, лутец. Пошла разминочка, люди такие, опа, что там пошло? Опа, халява.
Опа, так, 46 сундуков. Давай, поехали, поехали. Открываем, открываем спидранем. Не, прикиньте, просто по 1000 таких сундуков открывать. Но вообще, в теории, если так посчитать, у меня где-то около 2000 было. Я бы мог их так заспидранить. Но, как сказать, не было бы мема, что в Румыч это календарь, крылья Пегаса. Сюда, сюда. Да остановись, перерыв нужен. Да нужен, конечно, нужен. Я сам понимаю, что нужен. Но я уж обещал сделать ролики, я эти обещания сейчас сдержу, поэтому сейчас уж после еще этого ролика пойду запишу. Но вы уже увидели, потому что он выйдет. Крылья бога удачи, халява, 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 остановите ломана. Ну вот, вот, я уже разогреваю, люди думают, что у меня со 100 сундуков такая штука падает. Что такая это, с одного сундука падает. А я два сундуков сразу открываю, поэтому... И получается, кстати, довольно быстро. Один день. Да нет, уже сегодня открытие на самом деле. Но, видите, меня палят, меня палят. Но я записывал, как вы поняли, за день, за день. А, кстати, надо посмотреть сейчас. Я на 30 остановлюсь. Сколько этих, как его? Сколько зарегистрированных аккаунтов? Потому что количество, конечно, растет. Вообще в нереальных, конечно, масштабах. Сейчас я посмотрю. Комбек пиве. Комбек пиве. Обновляем. Ёптеть. 4088 зарегистрированных аккаунтов. Это еще за день до открытия, короче. Так что будет, конечно, жарко. Будет, конечно, жарко. А, так, так. Хотя, может быть, люди порегаются потом. Но будем смотреть, будем смотреть. На самом деле, это, если так подумать, не такая уж большая цифра. При том, что как бы... Скажите мне, я вам скажу. А, да, это не такая большая цифра. Я вот подумал, вспомнил, что при том, что люди еще вроде как котов регистрируют, наверное, а может быть и не регистрируют. А может быть люди не особо хотят регистрироваться, потому что ЛК не открыта, непонятно, будем, конечно, смотреть. Я вам буду информацию также уже показывать. Уже не смешно. Так что, отличные призы мне падают. В смысле, я 200 сундуков открываю, камень джунглей. Ну, парашный вот этот камень джунглей, которого у меня, кстати, ни разу не было за все сундуки. Поэтому идем дальше душим, душим, душим эти сундуки, чтобы у людей жопа подгорела. А мой последний день — это для того, чтобы у людей жопа подгорела. Давай еще что-нибудь попиарь. Ну ладно, можно хоть даже отличный приз на самом деле. Уже, в принципе, без разницы. Главное, чтоб, видишь, пуканы подгорают уже хорошо, в принципе, хорошо. Спидраним, спидраним, открытие сундуков. Что тут у меня? Тут у меня соточка, да, будет здесь. То есть седьмой шарик еще будет дополнительно. И пойдем сразу еще сейчас. Надо, кстати, сразу идти, наверное, щелкать, я думаю, да? Надо точить сразу последний сундук, открыть. Под красный этот дроп. Вот, о, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я знаю, что я сделаю. Я знаю, что я сделаю. Я сейчас пойду сделаю плюс 10. Сделаю плюс 10. И потом... А, мне же на последний сундук не даст. Тогда ладно, тогда по 10 сундуков я сейчас оставлю. По 10 сундуков я сейчас оставлю. Надеюсь, что мне там за 10 сундуков упадет какая-то рарка. А если не упадет, то я просто как бы 11 этот заточу. Так, давай мы сейчас это вот так вот остановимся. Так, получается 4. 5... 6, 7, 8, 9 и 10. Плюс 10. Так, и, соответственно, мы пошли вот так вот открывать пока. Получается, сейчас вот эти 10 откроем. Коробок нету, лута. Коробок нету, лута x2. Каменная броня. Так, нифига там людям падает, нормально. Нормально. Так, отличный приз, хорошо. Пиарит, 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 пиарит. Мне сейчас нужен шарик. Мне сразу же сейчас нужен шарик. И мы сразу щелкаем. Как раз сейчас под десяточку. Надеюсь, что с десяточки что-то упадет. И будет все шики-пуки-чики-пуки. Чики-пуки-паки-пак. Ну, кстати, классно, что они сделали рейды за день до открытия. В принципе, круто, круто, чтобы не переманивать, чтобы показать, что, типа, максимальный онлайн на иксе, так сказать. Так, здесь мы получили 6600 сундуков открыто. Где мой шарик? Где мой 11-й шарик? Ха, все, давай, давай, давай. Мы теперь сейчас еще открываем десяточку последнюю. Давай, запиарь меня, я сразу 11-ю пуху тыкаю. Я сразу тыкаю 11-ю пуху. И офую. И просто офую, в принципе. Иду, иду в покой. Хотя вам нужно же еще будет показать, сколько это все стоит, да? Это надо же сейчас в комку загрузить. Но я буду грузить по оверпрайсу, сразу скажу. Блин, халява, кстати, тапоксу падает. 50 кристаллов восприятия. Вот тапокс пошел. Тапокс у меня лут весь забирает, если что. Ну ладно, я уже себе и так лут намутил, поэтому... Поэтому, в принципе, ничего страшного. Ничего страшного не бывает. Давай, хоть один, хоть что-нибудь. Запиарь. Не хочет, дай мне пиарить. Ладно, 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 ладно. Каменная броня, нифига у нее лутится.
Лутец, конечно. Симфония жемчуга, плюс 11. Поехали. Камень, морской призрак. Окей, есть. Плюс 11 запиарило, уже хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Но дальше мы ничего делать, конечно же, не будем. Конечно же, не будем. Да я, блин, шарами точил. Че мне граться-то? Шарами-то это еще пока подождите. Пока подождите. Ладно, пошел я, значит, комку заведу. Перекину весь лут вообще возможный, который у меня есть. Загружу это все в комку и вам в конце покажу. А потом я на следующий день тыкну с открытия Comeback X, в день открытия Comeback X, и ставлю вам в конец этот мой тык на... вот этих. Ну, естественно, вы знаете, чем я буду тыкать и где я буду тыкать, поэтому... Ждем. Так, давайте перейдем в комментариях, упорядочим. Сначала новые, опускаемся в самый низ. И первый, кто написал 5 каменок, где у нас тут? 6, 6, 6, 7, 13, 5 каменок, ник JPEG. Я же говорил, ОЗ-шка. Заходим, создаем почту, создать... JPEG 1.1, 10 чеков отправил. Дальше, по поводу лута. Вот он весь лут, я выставлять его сейчас не хочу, потому что комка. Плюс у меня здесь еще есть в банке несколько идеалок. Я вам в конце сейчас покажу рофу. Есть вот несколько идеалок, пачек. Плюс я выставил уже вот сюда. Тут каменки, вот это вот все. По оверпрайсу поставил вознесенку. Не буду я пока с этими ценниками разбираться. Пусть оно стоит, пусть оно продается. И в конце я вам покажу прикол. Это моя комка. И покажу вам шмот. Во-первых, это книга судьбы 5 уровня в комке 20 левела, чтобы вы понимали, какой я рофлер. Вот. Потом дальше. 4 ячейки не точится. Плюс 2. Плюс 2. 4 ячейки. Камни максимальные. Плюс 2. Плюс 2. Плюс 2. 2 ячейки. Физатака. 2 камня. 4 ячейки плюс 2, 4 ячейки плюс 2, 4 ячейки плюс 2, 4 ячейки плюс 2. Но этого никто не обращал внимания, я думаю. Можно даже еще в инку вкачнуть себе, чтобы вы понимали, у меня в образе на 20 уровне 3300 хп без бафов. Вот такие вот дела. Вот такой вот я рофлер. Зачем-то книгу судьбы? Ну, я не знаю, я решил зарофлить. Это уже давным-давно. Он уже так, наверное, год стоит. Никто даже, наверное, не чекал его шмот. Поэтому имейте в виду. В общем, такие дела. Ну и в конце тык, наверное, будет. Который будет завтра. Я уже доставлю его на монтаже, поэтому... Спасибо большое. Удачи всем на старте Comeback X. Желаю. Вот, и приходите на стримы обязательно. Увидимся. Ой-ой-ой-ой-ой. Доброе утро, камбэк! Вперед! Камбэк вперед! Так, я тут появился, значит, появился в зоне, значит, черный сталкер. Я не буду нажимать ускорение, я немножечко потяну время тут, нажму регистрацию, которую я уже 2 дня профукал каким-то образом, блин. Хотя вроде бы заходил, видосы каждый день записывал, даже регу не нажал, прикиньте. Бывает, конечно, бывает, ну замок сейчас за раз падет. Давай. Староста южного лагеря. А это чья зона? Южные горы. Южные горы. Это продиков, да? Я не могу здесь точиться. Правильно? Да, я не могу точиться тут. Ну ладно. Вроде плюс 11. Вроде плюс 11 была. Ну, сейчас утро. Сейчас рано утро. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Значит, все не зря. Значит, все не зря было. У меня просто все не зря было, конечно. Теперь в Нипа, говорит, продавай. Ой. Халя. Мое любимое слово за последнее открытие сундуков – халя. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пойду готовиться к иксу, короче. Ладно, давайте. Ну, сейчас утро, раннее утро, поэтому немного народу. Блин, стоит. Ладно, все, пока-пока-пока-пока-пока.